Это что за санитарная полиция, вы можете мне сказать? Ну все, и то лучше, чем трайгены, знаешь почему? Потому что они дают патрончики. Да блин, ты нелюдь совсем. Ну ладно. Но здесь хорошее сохранение, вот сейчас оно последнее прямо. Сейчас я его загружу. Я как бы немножко на перемотке прохожу, потому что мне нужно всю игру охватить. Я начинающий компьютер, у меня этот уже дышит на... Ну, на это самое церковное курение там как. А, стоп, подожди. Стоп. А где-то я уже патрончики-то взял? Вон он. Они еще, понимаешь, они и в белых халатах, и в бронежилетах. Там все удовольствия. Ага. Стоп. Спокуха. А вон он шляется. Ага. Так, хорошо. Еще один. Ну, тут такой десантик у них, как бы, видимо. Ой-ой, тихо, ничего себе, это что такое? Это вы-то откуда взялись? И человек, и этот хрен. И оттуда меня крошит. Ну. Значит, надо будет сзади зачистить. Получается так. Откуда же они пришли? Не, ну в принципе можно по ретиве пройти вперед. Вот сейчас вот прямо сразу идем вперед. Сразу идем вперед. В красный. Так, этот есть. Блин. Да, вот это надо было сразу встать за этот автомат. Так, эти все ушли. Сейчас оттуда со спины еще придут. Вот оттуда придут. Ну и что? Я победил? Пойдем собирать. А, тут видишь, какие у них пушки-то интересные. Тут какая-то вода. Это что это я набрал? Какие я патроны набираю? Отлично. Вот здесь точно, наверное, можешь что-то набрать. Ну и что? А тут? А где аптечка? Я уже избалованный. Во. Тина висит. Я имею в виду травка, а не девушка. О, тихо. Тихо, ты гад. Ну, тут эти невидимки. Димки, невидимки.